растревожили в логове старое зло. Близоруко взглянуло оно на восток. Вот поднялся шатун и пошел тяжело, как положено зверю, свиреп и жесток. Так подняли вас в новый крестовый поход, и крестов намалевано вдоволь. Что вам нужно в стране, где никто вас не ждет? Что ответите будущим вдовам? Так послушай, солдат, не ходи убивать. Будешь кровью богат, будешь локти кусать. За развалины школ, за сиротский приют вам осиновый кол меж лопаток побьют. Неизвестно, получишь ли рыцарский крест, но другой на могилу над Волгой готов. Бог не выдаст, свинья же, быть может, и съест. Раз крестовый поход, значит, много крестов. Только ваше подобие раздвоенных шал, все вранье, вы пришли без эмоций. Гроб Господень не здесь, он лежит, где лежал, и креста на вас нет, крестоносцы. И хотя миновало немало веков, видно, не убывало у нас дураков. Вас прогонят, пленят, но если убьют, неуютным солдат будет вечный приют. Зря колосей травы вы топчете тут, скоро кто-то из вас станет чахлым кустом. Ваши сбитые наспех кресты прорастут, и настанет покой. Только слишком потом вы ушли от друзей, от семей, от невест. Не за пищей птенцам желторотым, и не нужен железный оплавленный крест. Будет будущим вашим сиротам. Возвращайся домой, чей-то муж и отец. Убиенный солдат — это только мертвец. Если выживешь, тысячи свежих могил. Как потом объяснишь, для чего приходил? Как потом объяснишь, для чего приходил?